Гиля, четвертый матч на сборах, первая победа. Какие впечатления о матче? Да, ну всегда результат для нас, это для нас нет, для всех очень важно. Но самое главное, что наша команда сейчас добавляет физически и техники, тактику. Мне очень понравилось, как мы особо команда как и играет, как держать мяч, как играть пасы. И осталось очень мало времени, 2 недели до Ниццы, и поэтому я считаю, что у нас идет очень хорошая подготовка, и ну, сегодня была хорошая игра для нас. Тяжело, потому что у нас недавно было 4 дня выходной и сразу игра, но это наши работы. Я как раз хотел спросить, 3 дня выходных хватило для того, чтобы восстановиться после нагрузок первого сбора? Да, да, для меня да, потому что я сам не люблю, когда идет ну, графики по тренировке и много в день входной, потому что когда вернуться, это очень тяжело набрать опять ритм, и поэтому нормально. А как влияет на подготовку команды тот факт, что мы идем на первом месте в чемпионате? Я думаю, что у нас сейчас идет очень хорошая подготовка. И, конечно, мы должны все понимать, что у нас сейчас ответственность намного больше, потому что мы должны держать первое место. И у нас есть очень хороший шанс, но мы все знаем, что это не будет проще. Будет сложнее, чем было до сих пор. И поэтому мы должны это очень хорошо понимать. А сейчас рано думать о Ницце с точки зрения тактики на игру? Или уже каждый матч – это репетиция? Нет, это не рано. Мы уже много игры по Ницце уже посмотрели. Мы уже должны, конечно, каждый день, каждая игра думать уже на эту игру. Как тебе Денисов с новой прической? Заметнее стал на поле? Ты знаешь, красиво нет, потому что он невозможно быть красивее, но намного лучше.